часть модернизации магии. Подержать на тарелке то, что получилось. Так сказать, на практике. Получилось немножко смешно. Такие вот круги. Мышками. Но, в принципе, это не будет видно. Этого не должно быть видно, если майка будет носиться на теле. Очень прикольно получилось. Ну что ж, осталось только примерить. В принципе, как бы ничего. Нормально. Тоже нормально. Абсолютно все нормально. Плохо вышло, очень даже ничего, как я и планировал, ничего не влазит. Только если вот руки поднять. Едва заметно. Но вот так вот, в принципе, ничего. Стильно, аккуратно. А главное, профессионально получилось. Маечка такая. Жалко было выкидывать, потому что та ткань, которая была родная, они настолько были, эти места, пропитаны потом, что не вымывались, не
порошком, ни средством, ничем. Буквально только одел и сразу резкий запах. Теперь я ее модернизировал в свой вкус. Она стала так, именно такой, как я хочу. Последний раз я ее рекламирую. Ну что ж, мой будильник прозвенел, значит, пора ложиться спать. Мир вам, счастья и любви. Пусть ваши задумки воплощаются в реальность. Пока-пока. Будьте счастливы, подпишитесь.